Водник вновь готов выйти на домашний лед. Во вторник, 28 февраля, желто-зеленые сыграют с Ульяновской «Волгой». Телеканал «Регион-29», как всегда, подготовил лучшие места для поклонников хоккея с мячом. Трансляцию игры «Водника» с «Волгой» на чемпионате страны начнем во вторник в 18:50. Болельщики смогут наблюдать за происходящим на поле, включив 21-ю кнопку в кабельной сети, либо зайдя на сайт информагентства «Регион-29» в раздел «ТВ». А также в группе телеканала в социальной сети ВКонтакте. Поддержим нашу команду вместе!